Вы понять, как вот всех детей везде всех избивают. Почему принят такой жесткий закон? Почему? Откуда он родился? Требование ОБСЕ? Чье это требование? Ну, теперь родители будут бояться своих детей. Понимаете? И ребенок напишет на маму, все, на папу, все. Понимаете? Поэтому закон очень жесткий. Вот этим законом государство внедряет вот эти криминализации 109 части-1 побои. Этим законом государство наши меры воспитательного характера, оно считает уголовно наказуемым деянием. То есть, если я скажу, где ты ходишь до ночи, завтра получишь, я тебя накажу, вот это слово «я накажу», это уже угроза насилия, уголовное правонарушение меня со стороны родителя в отношении ребенка. Второе, если ребенок скажет, купи мне йогурт, купи мне мороженое, которое стоит 5000, а у меня денег нету, я совершаю в отношении ребенка экономическое насилие. Если я завтра его ударю, сделаю шлепок, я совершаю физическое насилие, это уже будет статья побои, и за это будут наказывать мамочку 295 360 тенге 80 МРП. Это статья 109-1 побои. Вот оно, уважаемые, почитайте закон этот. И кроме того, тем самым Сорос, ЮНИСЕФ, который внедряет нашу страну, прямо принуждает наше государство принимать вот эти законы, и он будет действовать 16 июня. Вот этот Запад диктует нам, казахам, как воспитывать мне, матери, своих собственных детей.